Высокие технологии. Хай-тек. Следы творческих исканий русского архитектора Константина Мельникова неожиданным образом проявились в проекте современного сербского архитектора Миленка Миленковича. В небольшом городке в 60 километрах от столицы страны он предложил вниманию публики постройку сферической формы, диаметр которой чуть менее 20 метров, а общая площадь составляет более 200 квадратных метров. По словам создателя, круглая форма, та самая, которую Мельников считал наиболее эрго и экономичной, способна сберечь до 80% энергии по сравнению с домами обычной формы, но той же площади. Разумеется, в распоряжении Миленковича были сверхсовременные материалы – прочный бетон и, кроме того, поверхность кровли покрыта солнечными батареями. Миленкович предложил и новую систему вентиляцию, не только сезонную, но и изменяющуюся в соответствии со временем суток. Воздух накачивается между стеной и простенком. Более теплый поднимается, холодный опускается, происходит постоянная циркуляция, так что температура остается комфортной. Дом отличается высоким уровнем этого комфорта. В нем есть бассейн и небольшой зимний сад. А вложенные средства, как говорит архитектор, вернутся к нему в виде экономии на счетах за свет и тепло. Для того, чтобы функционировать нормально, дому требуется не более 10% энергии от внешних источников. Все остальное – это разумное использование геотермальных вод и солнечной энергии, считает Миленко Миленкович. В этом доме Миленкович планирует жить с семьей. На очереди новый проект, куда как более крупный. На этот раз площадь жилища составит почти 1000 квадратных метров.